Доброго дня, шановні глядачі! Я рада вітати вас на телеканалі «Миколаїв». В ефірі програма «Розмова на тему». І сьогодні нашу зустріч ми присвятимо темі скаутського руху у Миколаївській області. У нас в студії гість Євген Семенков, голова Миколаївського обласного осередку Національної організації скаутів України. Рада вітати вас, Євгене, в нашій студії. Доброго дня! Добрий день! Добрий день. Ми зустрічаємося з вами наприкінці лютого, і ці дні особливі для скаутів, наскільки я знаю. Адже 22 лютого – святковий день для вас. Да, это правда. Дело в том, что во всем мире скауты отмечают день рождения основателя скаутского движения, лорда Баден-Пауэлла, и наша организация не исключение, потому что мы являемся частью Всемирной организации скаутского движения. Оскільки ви є частиною скаутського руху всесвітнього, то ви, напевно ж, і співпрацюєте з організаціями з інших країн? Совершенно верно. Наші діти, я имею в виду в тому числі миколаївські діти, це часть 40-мільйонного числа скаутів во всьому світі, і ми являємося частичкою цього глобального движення. Поэтому у нас йде постійне сотрудничество з нашими друзями із других стран. И слава Богу, что наши дети имеют возможность выезжать за границу, смотреть, как происходит жизнь в других странах, у других людей. И также, что немаловажно, мы уже начали приглашать к себе ребят, молодых людей, к нам в Украину, к нам в Николаевскую область, чтобы те дети, которые не имеют возможности финансово выехать за границу, они все равно познакомились с детьми и смогли показать, как они живут. И мы создаем таким образом условия для того, чтобы шла евроинтеграция, можно так сказать. Принаймні для международного спілкування є умови. Совершенно верно. На глазах мы видим, как дети начинают расти, расти даже в языковом плане, потому что все равно международным языком остается английский, и дети тянутся, стараются, и что приятно, после вот таких наших встреч дети продолжают свое общение и через соцсети, через Skype общаются, и мы даже становимся свидетелями, как они отправляют посылки друг другу с поздравлениями с Новым годом, с другими праздниками, с днем рождения. И это очень приятно нам, взрослым. Ми з вами, коли спілкувалися, пролунала інформація, що незабаром ви чекаєте гостей з Німеччини для спільного проєкту, який відбуватиметься тут, в Миколаївській області. Це надзвичайно цікаво, розкажіть, будь ласка. Ви абсолютно праві. Это третий этап уже нашего сотрудничества, это третий их визит к нам будет. Первый раз они приезжали в августе 2015 года. Это будет... немецкая скаутская тоже организация. Да, 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 да. Потом они приезжали к нам в... уже на Новый год, и вот третий финальный, не финальная, надеюсь, часть, но третье мероприятие, которое мы задумали, это будет в марте, с 18 по 28 марта, который мы называли «Экофест. Зеленая планета». Это при поддержке Департамента образования, науки и молодежи Николаевской облгосадминистрации администрации вместе с управлением лесного и охотничьего хозяйства мы задумали проект, с помощью которого молодежь Николаевской области и немецкая молодежь сможет посадить деревья у нас в районах, сможет опять же пообщаться, убрать лес и узнать новые флоры и фауны в Николаевской области. Я хочу показать, у нас есть фотография, яка демонструє, як минулого року відбувалось висадження дерев, саджанців молодих сосен на Миколаївщині. Це відбувалося саме за участі скаутів. Тут минулого року в цій акції брали участь лише миколаївські скаути, чи з інших організацій теж були запрошені? І з інших організацій. От є логотип от на цьому «Мама 86», це наші друзі, партнери, і ми вместе з ними висаджували ліс. Також у нас є ребята-волонтери, просто студентська молодіж, які теж приобщаються до цього діла. Скаутинг – это мероприятие, это программа, это способ развития молодежи, которая занимает большое количество плоскостей в нашей жизни. Вы сказали про то, что
У березні відбудеться спільний захід з німцями, відбудеться висадження молодих дерев, прибирання лісу. Ще якісь напрямки плануються, чи буде лише отакий зелений напрямок? Ні, звісно ж, плануються ще і краєвідчі експедиції у нас тут. Також заплановані роботи на вірьовках на скалах. Ми плануємо, що діти зможуть обменяться культурным опытом, культурными нашими традициями. Поэтому это будет не только экологическая направленность, не только вот жизнь в лесу, но еще и культурное соединение двух народов или двух разных европейцев, можно так сказать, и украинцев. І теж європейців. Ну да, теж європейців, але я маю в виду западну і восточну. Скажіть, будь ласка, на який вік розраховані ці зустрічі? Адже коли ми говоримо про скаутів, то розуміємо, що діти у вас займаються різного віку. Совершенно верно. По уставу нашої організації можуть діти вступати в нашу організацію з 6 років. С 6 до 11 лет это капскауты, это маленькие ребята, и они должны только «я хочу», вот это вот так. «Я хочу», и мы им рассказываем, показываем, но они еще не живут неполноценной скаутской жизнью, называется так, щадящей. Они просто смотрят, равняются, для них, когда у них висит галстук, они очень переживают, стараются выполнять скаутские законы, и количество скаутских законов там чуть-чуть поменьше. Второй этап в скаутской жизни у людей – это уже скауты непосредственно, с 12 до 17 лет. Это вот та самая активная молодежь, которая вовлечена во все отрасли скаутской жизни. И дальше по возрастному цензу идет уже роверы и взрослые скауты. Это 17+. Вот в этом проекте мы... Березневому. Да, прошу прощения. В мартовском проекте мы будем вовлекать молодежь с 8 класса и выше. Потому что это все-таки еще прохладно, большое количество на открытом воздухе, поэтому с 8 класса. Это такая більш старша категория. Да. Но я хочу подчеркнуть, что в этом проекте будут участвовать не только скауты нашей области, не только немецкие скауты, но здесь также будут принимать участие в нем школьники тех районов, в котором будет проходить этот экофестиваль. Какие районы передачаются? Да, он будет проходить в Врадиевском районе, в Первомайском районе, в Баштанском, в Снегирёвском районе и в городе Николаев, возле Николаева. То есть у вас налагоджена співпраця вже з керівництвом шкіл, будуть учні залучені до висадження саджанців і прибирання лісу? Да, это так. Первое, с чего мы начали, это с разработки плана того, как мы будем это реализовывать. Хочу подчеркнуть, что скаутинг – это удивительная система воспитания, потому что этот проект задумали сами дети. Мы, взрослые, лишь попытались им помочь организовать это все. А идею и саму механику выполнения этого проекта придумали они. Мы написали проект. Я сходил в департамент образования, науки и молодежи Николаевской облгосадминистрации. Администрации. Мы там нашли поддержку. К тому же в районах существуют наши районные отделения скаутские, которые тоже работают либо на базе школ, либо возле школ. И там уже есть интеграция скаутинга в школьную жизнь. Поэтому там на местах им намного легче наладить контакт. Наша задача лишь зробити це більш упорядочено. І, можливо, після цього екофестивалю і кількість скаутів в Миколаївській області зросте? Ми сподіваємося, мені гордо говорити про те, що в Миколаївській області найбільша скаутська організація в Україні є. Потому что, ну так получилось, что исторически мы здесь работаем с 1999 года, и нам уже 17 лет. Мы шли от маленького зародыша к полноценному большой организации, которую знают не только на территории Украины, но и за ее пределами. И в прошлом году был всемирный джембери, это скаутский слет мирового масштаба, где присутствовало около 30 тысяч детей в Японии, и на этом джембери присутствовало
Троє чоловік із Ніколаївської області. Це надзвичайно приємно, насправді. Коли ми говорили з вами про молодших учасників, ви сказали, що від 6 років приймаєте в організацію. Одразу ж виникло питання, чи беруть вони участь у якихось експедиціях, виїздах, хоча б на невеличкій відстані? Совершенно вірно, да. Їм це дуже цікаво. Життя на природі – це здорово для дітей, прежде всього, для їх розвитку і для їх здоров'я. Коли ми говоримо про скаутів, то в першу чергу у багатьох виникає асоціація безпосередньо з туристичним напрямком, тобто експедиції, виїзди, життя в наметах, розмови біля вогнища, якісь такі туристичні випробування. Зрозуміло, що у вас є інші напрямки діяльності, ми про них також поговоримо, але наближається теплий час, всі з нетерпінням чекають приходу весни, літа, і хотілося поговорити саме про літні ваші програми в першу чергу. У нас наши выезды проходят на протяжении всего календарного года. Но, как завещал нам основатель скаутского движения лорд Баден-Паул, он говорил о том, что дети должны быть максимально большое количество на природе. Поэтому мы создаем программу таким образом, чтобы они все время находились. Хочу показать фотографию. У нас есть такой чудовый кадр, который демонстрирует... Літній відпочинок, власне, це оздоровлення літнє на Кінбурнській косі, якщо я не помиляюсь. Так, так, так. Отут ми бачимо дівчат все-таки молодшого віку. Це не старші ваші скаути. Так, це капскаути. В основному по літньому оздоровленню нашу спочатку відпочивають діти, потім скаути, а потім уже ровери. Ну, тому що... Бачимо такі щасливі життєрадісні обличчя, це приємно насправді. Если говорить об оздоровлении, то у нас действительно есть наши скаутские лагеря, которые работают в течение всего лета. И это в основном тематические лагеря. Первый лагерь, допустим, это будет связан с водой. Это работа с лодками, работа со всевозможными плавсредствами. Вторая направленность – это может быть работа с веревками. Дети учатся пользоваться веревками, обвязками. Третье – это может быть... Ну, этнолагерь, где дети учатся делать мотанки, учатся делать изделия из глины, любят дети очень сильно рисовать, на себе боди-арт делать. Бывают у нас такие смены, бывают смешанные смены, поэтому у нас есть большое количество вещей. Где таборы ваши расположены? Кинбургская коса, мы побачили. До вот этих событий, которые у нас в Украине случилось, у нас был лагерь в Крыму, это базовый лагерь. А сейчас мы можем с гордостью сказать, что у нас есть также наша постоянная база, которая находится недалеко от города Николаева. Это спортивно-развлекательный центр «Истоки», мы его так назвали. И туда дети приезжают и ставят палатки, и отдыхают. И вот мы подготовили уже там пляж и вот в основном сейчас оздоровление идет вот в том месте. И вот этнонапрямок, він там відбувається? Да, это прямо находится, этот истоки находится у нас на территории села, где есть дома, глиняные дома с камышовыми крышами еще даже. И вот там как раз-таки при помощи местных жителей и нашими силами мы приглашаем еще деятелей культуры, и чтобы они показывали детям вот эту направленность еще, бытность нашу украинскую. Ви сказали про те, що окрема увага приділяється дітям, які потребують особливої турботи, соціально незахищеним категоріям, малозабезпеченим. Які напрямки такої доброчинної діяльності у вас є, практикуються, можливо, до конкретних дат є присвячені заходи? Конкретним датам у нас, от перше, що мені на ум приходить, це наш традиційне мероприятие, посвящене Дню Святого Ніколая, коли мы в... Саме зараз тримаю фотографію з заходу до Дня Святого Миколая, зараз ми обов'язково покажемо. Когда наши скаут-лидеры, наши скауты собирают в одном из заведений города Николаева детей социально незащищенных, это могут быть инвалиды, могут быть из многодетных семей, и мы делаем для них там целую программу культурную вместе с нашими скаутскими играми, и в конце мы раздаем подарки, которые смогли найти наши волонтеры. Спасибо большое всем тем людям, которые откликаются на наши просьбы и помогают нести добро людям.
Также... Але головне, що ви приділяєте увагу, адже найголовніше – це приділити час. Спасибо большое тем скаут-лидерам, тем молодым людям, которые готовы тратить свое время на то, чтобы наша подрастающая молодежь видела добро, впитывала в себя это добро, и мы очень надеемся, что потом она будет также дарить добро уже другому младшему поколению. Я хочу добавить, что в членах нашей организации есть тоже дети социально незащищенные, есть и инвалиды, и наши скаут-лидеры тоже работают с ними. Эти люди, мы стараемся найти для них возможность, я имею в виду для социально незащищенных детей, возможность, чтобы они участвовали в наших экспедициях, чтобы они тоже выезжали за пределы Украины, за пределы нашего... Потому что, насколько я понимаю, все финансовые витрати полягают на, ну, безпосередньо самих дітях. Я маю на увазі спорядження, харчування... Чи ви якимось чином допомагаєте частково в ці? Ми не прибильна організація, ми не маємо права займатися ніякою підприємницькою діяльністю. Істочниками нашого фінансування є це членські взноси і оплата, то, як ви сказали, самими родителями, це допомога людей, которым не безразлично наше будущее, это благотворительные фонды. Меценатская поддержка, да, 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 благотворительные фонды. Я очень благодарен департаменту образования в их помощи наших мероприятий, депутатскому корпусу, как городского совета, так и областного совета, который тоже помогает нам находить средства для осуществления наших программ, планов и задумок. Ви сказали про те, що експедиції відбуваються протягом всього року. З літніми експедиціями все зрозуміло. Ну, припустимо, ще вересень можна зачепити, там травень, кінець квітня, скелі наші. Ну, це все зрозуміло. А в холодну пору року які експедиції відбуваються? Є молоді люди у нас, вже я говорю про роверів, більш взрослих людей, які хочуть спитати себе. От выдернуться из своих комфортных условий и попробовать себя в экстремальных условиях. У нас есть снаряжение, которое позволяет это сделать, и мы осуществляем выезды в те же самые Карпаты, мы осуществляем выезды вместе с такими же скаутами из других областей в какое-нибудь интересное, увлекательное место, и там пытаются... Ну, выжить, да, вот наши взрослые ребята. К тому же, ну, мы всегда при создании программы стараемся сделать так, чтобы детям и роверам было безопасно. Поэтому, если погодные условия не подходят, то у нас всегда есть запасной вариант, где мы можем разместиться на ночлег либо у таких же скаутов из других областей, либо у наших друзей, либо у нас все равно существует как некий резервный фонд финансовый, чтобы мы могли оплатить себе гостиницу или хостел. Ну, хостел, принаймні. Сьогодні хостели набувають розповсюдженості, тому я думаю, що така можливість теж є. Немає якоїсь традиції, наприклад, там, кожної зими ми виїжджаємо туди, кожної там осені ми виїжджаємо там сюди. Можливо, кожного року ми маємо зійти на Говерло. Тобто, якісь такі традиції існують? У нас традиції існують, і ми, ну, щоб не сказати, ходимо по кругу постійно, у нас є базові мероприятия, як мінімум одно в сезон є. І вот эти базовые мероприятия обрастают еще дополнительными мероприятиями. Если говорить про зиму, то это выезд у нас в Карпаты. Если говорить про весну, то это вот сажание деревьев, посадка деревьев. Это работа с ветеранами и работа во всеукраинском джембере с казацкими шляхами, которые проходят в Курсунь-Шевченковском районе в Черкасской области. Туди ви теж виїжджаєте? Да, 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 безусловно. Летом это наши скаутские программы, это лагеря, и, как правило, летом у нас происходят еще и международные поездки куда-нибудь. Если говорить про осень, то это наш областной джембери-слет, который проходит в сентябре месяце. И в декабре проходит молодежный классический бал. Про бал теж кілька слів обов'язково зараз скажемо, покажу фотографію, теж у нас є такий гарний знімок. І розкажіть, будь ласка, про цей бал, яка його мета, хто долучається до участі в цьому?
Вы как-то сказали о том, что существует стереотип, что скауты – это только рюкзаки, походы, веревки и жизнь на природе. Скаутинг – это целый комплекс, это воспитательная система. Бачите, тут такі гарні дуже, гарні сукні, гарні костюми, якось зі скаутами все це не в'яжеться. Вот заданием вот этого, вот этой программы заключается в том, чтобы научить детей, как себя держать в обществе, как научиться классическому танцу. И когда бачимо, они... навіть таких молодших учасників, це ваші скаути чи це запрошені? Это наши скауты, наши скауты, но мы открытая организация всегда, поэтому мы даем анонсы, пресс-анонсы в школы города, школы области, и те, кто хотят принять участие в этом мероприятии или в любом другом мероприятии, они с нами созваниваются и принимает участие. То есть правила этикету, правила такого поведінки у суспільстві теж все це вивчається. Поряд із тим, як в'язати вузли та керувати човнами. Да, 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 безусловно, это так і є. Причем после вот этого мероприятия, оно длится 2 часа, мы собираемся в нашем офисе скаутском, и у нас там продолжается встреча, там проходит скаутская свеча, где дети уже под гитару на наших спальниках садятся вокруг импровизированного костра, свечей, и мы поем песни, общаемся, опять же, наши скаутские игры. И это мероприятие уже как бы подытоживает то, что было сделано за год. Мы смотрим фильмы, проводим подведение итогов. Сьогодні поряд з існуванням спілки скаутів є в Україні і організація «Пластуни». Пласт. Ви співпрацюєте з ними? Тому що на півдні України насправді пласт не дуже розповсюджений, але цікаво, чи налагоджена у вас співпраця? Ми працюємо з пластом. Єдине, що пласт – це та організація, у якої є друга специфіка немного. Пласт не захотели принять во Всемирную организацию скаутского движения, потому что Пласт имеет националистический характер. И именно вот это стало причиной отказа и вступления во Всемирную организацию скаутского движения. Но там, где не касается политики, мы с удовольствием с ними сотрудничаем. Наши дети ездят к ним, их дети приезжают к нам, и работа продолжается. Но мы стараемся уходить от всех политическо-исторических... Але патріотичне виховання на базі скаутської організації теж існує? Конечно, конечно. Наши ребята работают с ветеранами. Наши ребята учат историю Украины, и мы, вот, кстати, вот в эту субботу было мероприятие патриотического характера, чтобы наши скауты любили наш город, знали наш город, и вот как раз-таки это было направлено с патриотического воспитания детей. Также мы проводим вечера, где рассказываем о достижениях украинского народа, о достижениях наших на всемирном уровне. Мы также, ну, когда особенно проходят международные программы, то мы везем частичку Украины за рубеж, и это тоже идет как патриотическое воспитание. Поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы дети любили родину. Ведь торжественное обещание, когда люди становятся скаутом, они говорят, что обещаю сделать все от меня зависящее перед Богом, родиной и самим собой. Поэтому работа в патриотическом направлении тоже идет. Наша зустріч з вами завершується, і саме настав той момент, коли варто озвучити, кого ж, власне, ви можете прийняти до своєї організації і що для цього потрібно. Мы можем принять всех. Это громко звучит, но всех, кто хочет быть полезным людям, полезным самим себе и жить очень интересной скаутской жизнью, интересной жизнью, кто занимает активную общественную позицию. Естественно, мы понимаем, что эта жизнь не для всех, потому что у каждого есть своя зона комфорта. Но мы приглашаем мальчишек и девчонок от 6 лет и старше к нам в организацию. Для этого можно ввести в интернете Национальная организация скаутов Украины, найти все наши координаты. Либо позвонить по телефону в городе Николаеве 71 51 98.
Спасибо. Дякую вам за змістовну бесіду, за цікаву зустріч. І сподіваюся, що ми з вами зустрінемося незабаром та будемо вже підбивати певні підсумки тих заходів, які ви будете проводити протягом року. Спасибо большое. Якщо ви нас пригласите, ми обов'язково це зробимо. Обов'язково. Я нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми спілкувалися із Євгеном Семенковим, головою Миколаївського обласного осередку Національної організації скаутів України. Дякую вам за увагу і на все добре.